Вот, друзья, мы пробуем в разных вариантах съемки. Сейчас камера на своей подставочке оказалась тут на дэшборде со стороны пассажира. Она что-то не хочет у меня держаться вот тут, куда я ее поставил, как-то отклеивается. То ли нужно прокладочку поменять, то ли что, даже не знаю. Не знаю, что сказать. Вот на Lexus держалась хорошо. Хотя последнее время и там она как-то себя вела неправильно, на самом деле. Постукивать уже начинала, как-то болтаться. В общем, полного счастья в жизни нет. Леонидовна, скажи вот прямо, что мы купили в русском магазине? Вот зачем люди, которые прожили в Америке почти всю сознательную жизнь, зачем они вообще пошли в русский магазин? Ну, вообще мы, конечно, людей, которые за нами следят, он проехать хотел. Куда? Вы их там немножечко не пускаете. Не пускаю, так. А люди, которые за нами следят, могут разочароваться нашим сегодняшним походом в магазин. Да. Потому что мы не купили практически ничего. Магазин был совершенно пустой. А мы говорим, а это есть, говорит, завтра подвезут. У них, видно, завтра завоз. Так у нас и вопросы были специфические. Друзья, вот тебе Америка, пустые полки. Не, я вам сейчас скажу, что Михаил спрашивал. Он спрашивал... Козий чиз и козье молоко. Конечно, откуда у них? Нет, в я сказал магазине? Козье, сказал я, или овечье. Я, главное, чтобы не коровье. Но я же в итоге купил. Он сказал, завтра привезут, но я нашел из овечьего молока кусочек сыра. Да. Бог послал в русский магазин кусочек овечьего сыра. Вот, так что надо будет попробовать. Ну, в общем, мы сейчас так питаемся, чтобы со Светланой, чтобы не было... молочных продуктов из коровьего молока. А вот из овечьего и козьего совершенно замечательные можно вещи скушать. С большим удовольствием раз и без ущерба для организма два. У нас генетический тест показал, что у нас лактоза интолеранс, то есть как-то вот мы так. Не, ну мы что же, мы же чай, мы изначально-то шли за чаем. Сыр это, я думаю, так уж заодно, сырку да. Подберем. Мы закупились чаем. Оле купили смородиновый, она любит. Черно-смородиновый. Черно-смородиновый. Так. Лене купили зеленый. Так. Ну и всем подряд купили все подряд. Вот знаешь, как в песне это «Гренада моя», говорит, откуда у парня испанская грусть? Вот откуда у Лены тяга, вот у белорусской девушки тяга к зеленому чаю? Ну, Лена вообще очень четко знает, чего она хочет. Правда, и чего она такая любит. Организованная такая. Да, она так очень специфично. Это я буду, это я не буду. И как железная такая, скажет не буду и все, и не будет. Это их батька Лукашенко так воспитывает. Так, в принципиальном плане, чтобы. А то начинается, это я буду, это я не буду. Точно, это я не буду. Да, вот она так. А я такая, хорошо. Что буду, не буду. Сначала хорошо. Вроде не буду, потом меня легко уговорить. А у меня еще урок сегодня. И все об одном, друзья, и все об одном. Как работу найти. И так они даже, надо сказать, что на удивление, что они еще и не очень ходят на этот урок. Вот, допустим, если в группе 30 человек, то на урок по поиску работы может легко прийти 20 или 18. Ну, они еще по интершипам расходятся. Все-таки. Ну. Поэтому, как бы, они же с интершипа не пойдут на урок, на последний. Мы их уже плейсаем к этому времени, поэтому. То есть, дело в том, что они после работы, им тяжело? Или что? Ну, если это дневной класс, то у них он вообще во время вечером, работы. Ну, сегодня же вечером. А вечерние, они вообще посещаемостью не отличаются. Дневной я согласен. Дневной, конечно, он не уйдет с практики, чтобы пойти на урок. Я согласен. Но это уже не только урок по поиску работы, это еще там что-то. Может быть, и другой урок. А вон смотри, там Lexus стоит, GX470. У меня такое ощущение, что я даже пошире буду. Это старый, наверное. А, ну может быть. Я не разбираюсь в моделях. Но я, поскольку вот как ходил там, шопался, как у нас говорили, шопился. Вот, и я теперь за всеми слежу. Там кто какого размера, как он рядом со мной, как мы стоим, кто выше, кто ниже. На удивление, знаете что? Писали ребята в комментариях. Но я как-то так на ходу не отреагировал, а вот сейчас я хочу сказать, поскольку размеры там, да, высота, ширина, длина, все это опубликовано,
вот я могу сказать такую вещь, что вот эта машина, которая на 2 дюйма короче вот Лексуса моего, на 2 дюйма, ну вот, да, она мне казалась вот то, что надо, может быть, даже чуть меньше, я видел, что она чуть меньше. А вот машины, которые на 2 дюйма больше Лексуса, представляешь, вот этот 186... Больше вы имеете в виду длиннее или выше? Длинней. 108, вот этот 186, мой Lexus 188, а вот, допустим, следующая модель там вот этого Мерседеса, которая не GLC, а GLE, так она на 2 инча больше моего Lexus, и она мне показалась уже большой, ты понимаешь? А там всего разница с Lexus 2 инча в эту, 2 дюйма в эту сторону или 2 дюйма в ту. Понимаешь? Или вот, вот этот вот стоит 60-й, видишь, Volvo. Uh-huh. И он мне показался великоватым. А вот сейчас я на него смотрю вот отсюда, как он едет и как uh-huh. он... Так, слушай, разве он что, больше моего вот этого? Ну, абсолютно нет. Ну, может быть, он чуть пошире вот в попе, да? Может быть, чуть-чуть, но чуть-чуть. Это же видно, что чуть-чуть. Вот когда он на дороге. Ну, я сейчас вашу попу не вижу, поэтому не могу сравнить. Нет. У меня даже такое ощущение, что я и повыше так. Или, может, я сижу высоко, не знаю. Но она пониже вашего Lexus, это 100%. Вот та. Вот ваша, к которой мы сейчас едем, она ниже Lexus. Ну, она опять. Если она ниже, то это будет на 1 дюйм, понимаешь? Да, там... но оно как-то чувствуется. Есть, да? Есть. Ну... Все-таки там на Lexus ты сидишь, ты так. Ну, я... Ну, хорошо. Вот красная стрелка-то. Это как раз к нам относится. Вот, вот с вашей точки зрения. Вот как человек, который неоднократно ездил со мной за покупками. Вот это вот, оно как? Очень приятно. Садишься внутрь и понимаешь, насколько еще много приятных вещей люди придумали, которые тебе, в принципе, были не нужны. Но ты их когда видишь, и они есть, ты думаешь, блин, вот это да. То есть, вот вроде бы, да? Да. И та же не была плохая машина. Была хорошая, абсолютно нормальная машина, комфортная. Да. Но садишься в эту и видишь, тут... Ручечку туда перенесли, тут можно креслом управлять отсюда, тут она тебе ремешок сама подтянула. Там, а мне кто-то знаю. Говорит, что у меня ремешок как-то высоко, и он чуть ли мне там не по шее, я теперь даже не знаю, что делать. Так как-то типа можно его опустить, я не знаю как. Ой, слушай, это несложно оказывается. Так что, точно. Лучше там так? Так, друзья, так лучше, вот скажите. Ну, вот здесь засмущали. Было по максимуму. У меня не было ощущения, что мне по шее как-то. Ну да, наверное, пониже лучше. Пониже? Угу. Чтобы на плече было. Все. Вот. Надо еще настроиться. Хотя вот ощущение, как будто я всю жизнь на нем ездил. С точки зрения вот комфорта и всего. Да. Вот скажите, Анна Леонидовна, завтра я поеду встречать человека в аэропорт Сан-Франциско. На да. этой? Вот. Вопрос. Поехать еще на той или уже на этой? Потому что та у меня еще побудет несколько дней, пока ее заберут. Поэтому могу поехать на любой. Ну, великому блогеру чего бояться? Можно и на этой. Я бы, конечно, если бы такую машину купила, я бы на ней даже, наверное, и не ездила бы. Помилуйте, а зачем же вам машина? Там, не знаю, тряпочкой бы вытирала. То есть вы бы купили как мебель? Ну, типа того. Не, ну мне на чем-то ездить надо. Да-да. Поэтому, да. Ну, аэропорт дело такое, конечно. Не знаю даже. А какой аэропорт? Сан-Франциско? Сан-Франциско. Ой, я не знаю. Наверное... Просто вопрос в чем? Мы можем проводить, как бы, наш мигрантовоз в последний путь... А, ну если только с рекламной точки зрения видео шикарное сделать, то, конечно, видео мы по-любому делаем. Сделать из этого программу максимум. Эта женщина на чем едет? Тоже Мерседес, смотри. На большом. GLE, а он больше нашел? Почему вы женщину пропустили, а мужчину нет? Он тоже Она хотел. Она первая была. Он тоже хотел. Слушай, а вот этот GLE, что, больше меня? Больше. Он и шире, и длиннее, и выше. Длиннее, да, я согласен, это было видно. GLE, друзья, 550. Спрашивали, 4 ли... все приводные, как называется? Когда приводная... All-wheel drive. Ну да, ну как, полноприводная. Такая полная, это я похудел, а машина полноприводная. На все 4 колеса как... Сейчас, на самом деле, купить не на 4 колеса, надо еще и умудриться тоже. То есть выбор такой есть...
Но, в общем-то, не так просто. Слушай, а мне это тоже очень нравится. И то, что он белого цвета, тоже очень нравится. Ну, белые машинки вообще симпатичные. И не нагреваются от солнца, и пыли на них не видно. Да. И еще и денег за них дополнительно не берут. А так по 500, по 600 долларов, друзья, берут за цвет, если он не белый или черный, так еще дополнительно 500-600 долларов берут. Я бы ездила на белой с удовольствием. А я на белой и ездила. Я бы, наверное, тоже ездил, я не знаю. Но она была, правда, жемчуг, как он, Pearl. Да, Pearl White. Очень хороший цвет. Да. Такой типа слоновая кость, фактически. Да, да. Да, отлично. У меня черный случайно вышел, это против моего желания. Просто другой не было. Говорят, подождите там несколько дней. Я думаю, ну что ж я буду ждать? И вот так и на 8 лет попал на черный цвет. Да, друзья, мы полные чая. Я думаю, где нам встать. Ну ладно, да, встанем вот здесь. Тут рядом инвалидная. Я инвалидов боюсь. Они, знаете, так тяжело выходят из машины, да, могут дверью как жахнуть туда. Чего терять инвалиду? Кроме своих. Ой, господи, не дай бог. В общем, так, ставим на паркинг. Непривычно, знаете, когда вот на руле, вот это все. Что-то мне напоминает. По-моему, Жигуль у меня такой был. Что-то было такое. Нет, Жигуль тут был. На какой-то машине есть у нас там. Вот такое. Может быть, у меня это было. Может быть, у меня это было. Я думаю, на Hyundai. Нет, на Hyundai тоже здесь было. В общем, что сказать? Где-то было, да, где-то было. Может, у Светки где-то было. По-моему, у Светы на Форде было. Когда одна из первых ее машин. Все, друзья, мы с вами прощаемся и отправляемся с покупками в народ, в трудовой коллектив.